Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня к нам поступил в продажу такой вот красивый Hyundai Solaris 2019 года. У автомобиля двигатель 1,6 литра на автомате. Всего лишь один владелец, очень маленький пробег, хорошая комплектация. Внешне и в техническом плане автомобиль без каких-либо вложений. Сейчас я вам покажу салон автомобиля. Как вы можете заметить, пластик дверей, сиденье, все в идеальном состоянии. Можно сказать, новый автомобиль. В передней части автомобиля у нас все так же замечательно. Дверные карты, пластик, сиденье, все кнопки, руль. Все как новое. Комплектация, как я уже говорил, очень хорошая. Это у нас так называемая суперсерия. У нас имеется климат-контроль, обогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла, обогрев руля, два прикуривателя, USB-разъем, коробка-автомат. Штатная мультимедиа у нас с экраном, мультируль, имеется круиз-контроль, естественно, полный электростеклопакет, электрозеркала, курсовая устойчивость, два комплекта ключей, сигнализация с автозапуском. Мультимедиа достаточно функциональна, у нас имеется голосовой ввод, возможность подключения телефона по Bluetooth, также флешка. Имеется Android Auto, CarPlay. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег по приборной панели составляет всего лишь 63 тысячи километров. А если вас заинтересовал этот красивый, можно сказать, новенький Hyundai Solaris в синем цвете, приезжайте к нам в автосалон столицы, он находится на Песочной 48. Здесь мы можем провести тест-драйв, посмотреть автомобиль вживую. Также можно приобрести любой другой автомобиль по системе трейд-ин, в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения, до свидания.